Торжественное построение. Двое служащих службы экономических расследований дают клятву на верность служебному долгу. Полковник Мырза, Катардағы қызметкер Сейсенбаев едіге марапаттау үшін келіп тұр. Сотрудников награждают памятными подарками ко дню рождения столицы. Отличившимся вручают благодарственные письма и наградные знаки. В числе награжденных и верные друзья кинологов, служебные собаки, четвероногие помощники подготовлены к досмотру багажа, автотранспорта и железнодорожных вагонов. В копилке овчарки по кличке Цери десятки наград за верную службу. Сотрудники отдела кинологической службы уверяют, что успех работы во многом зависит от братьев наших меньших. Специалисты-кинологи со своими питомцами привлекаются в самых разных сферах деятельности. Их работа помогает раскрывать преступления и задерживать преступников. Они незаменимы при розыске пропавших и погибших людей, а также различных материальных ценностей. Впоследствии у них много наград. Сколько наград? Хватает, не могу сказать. Вот. Ну, она периодически, вот, когда выходим на работу с ней, бывает она и более крупные находит, и более мелкие находит. И неважно, кто ты, человек, большой человек, маленький, и лишь бы свою работу делать, и все. Сегодня для четвероногих сотрудников службы экономических расследований объявлен выходной. Это заметно даже по их игривому настроению. Шудин Саидов, Давран Абдиев, Асылбек Махалбаев. Информационная служба телекомпании «Отырар».